На 3 минуты опередили наши водники спортсменов со всей России. 4:20. Победное время Юрия Борисова и Матвея Агафонова. Спортсмены лучшими стали в классе «Каркасные байдарки». 10-й ежегодный фестиваль водного туризма «Скиталец» прошел в Тульской области. Массовую гонку на 34 километра по реке Вашана северодвинцы проплыли за 4:20. В прошлом году заняли 3-е место, в этом стали безоговорочными лидерами с 3-минутным отрывом. В фестивале «Скитулец» северодвинская команда клуба «Скиталец» принимает участие 3-й раз. Более 300 участников со всей России боролись за победу. Юрий Борисов и Матвей Агафонов лучшими стали в классе «Каркасные байдарки». Меньшиков Роман и Стрекалова Мария в классе «Надувные байдарки» завоевали бронзу. Самым сложным было распределить силы на всю гонку. Мы за 4:20 не положили весел ни разу. Гребли постоянно, есть и мозоли на руках, это того стоило. Вот. Естественно, обносы, преодоление завалов, то есть нужно периодически выйти на высокий берег, поднять байдарку, оббежать этот занос, опять прыгнуть на воду и так далее. Клубу «Скиталец» 25 лет. За это время появился большой опыт походов и различных соревнований. 2-й год подряд под эгидой клуба фестивали водного туризма проходят в Куртяево. В этот раз организаторы подготовили участок реки Верховки, расчистили 14 километров трассы. На открытии водного сезона можно сплавиться, отдохнуть и поучаствовать в комбинированном ориентировании с полосой препятствий. Вообще место очень интересное. Это место потухшего вулкана Куртяевский. То есть просто находиться там очень круто. Вот, место силы, приезжай, походи. Там уже другой ландшафт, рельеф, сосны, обрывистые берега. Вот, очень извилистая верховка. Для участия в фестивале водного туризма в Куртяево надо зарегистрироваться на сайте «Скиталец-29». Фестиваль в Куртяево пройдет 16-18 мая. Евгения Карелина, Юрий Борисов, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска.